Владимир Путин провел встречу с президентом Национального медицинского центра эндокринологии Иваном Дедовым. Главной темой разговора стала ситуация с сахарным диабетом, от которого страдают 8 миллионов россиян. В нашей стране существуют уникальные разработки для борьбы с этим заболеванием. С подробностями встречи Ольга Армякова. На встречу с президентом главный эндокринолог страны приходит со свежими цифрами и начинает с проблемных вопросов. С каждым годом по всему миру число больных с сахарным диабетом стремительно растет. Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Но знаю, что у вас все время появляется что-то новое и очень интересное. Ваше поручение, ваше доверие центр выполнил. Мы закончили реконструкцию главного корпуса. Сахарный диабет, ну это главная проблема мира сегодня. Статистика, она грустная, конечно. Сегодня 420 миллионов больных диабетом. В течение 7 секунд умирает в мире, от сахарного диабета. В нашей стране с таким диагнозом 8 миллионов человек. Еще 25 миллионов на пороге заболевания. Его нельзя вылечить, но с ним можно и нужно научиться жить. И этому учат в Национальном эндокринологическом центре, куда приезжают взрослые дети со всей страны. Дашенька, сколько нам лет? 4. Утренний обход в отделении детской эндокринологии. Здесь, на рабочем месте, наша съемочная группа и встречает президента центра, академика РАН Ивана Ивановича Дедова. Вот эта маленькая помпочка, она заменяет сущность, мы ее называем действительно искусственной поджелудочной железой. Я вообще ничего не чувствую. Жизнь замечательная, да, прекрасно. Да. Жизнь прекрасна. Да. Ну, помпа очень облегчает, конечно, жизнь. Во-первых, вот эти вот многочисленные инъекции и ночью, и днем. А этот ребенок спит, ты там аккуратненько на кнопочку нажала. И вот уже уровень инсулина под контролем искусственного интеллекта. Такие специальные помпы детям устанавливают с 3 лет. Но главное все же вовремя выявить опасное заболевание. Операционный блок Национального эндокринологического центра, где каждый день спасают десятки жизней пациентов с сахарным диабетом. И прямо сейчас идет одна из сложнейших сосудистых операций. Это пультовая. Здесь врачи следят за всеми жизненными функциями пациента. Генетическая предрасположенность – это хоть и не единственная, но одна из основных причин диабета. Победить болезнь пытаются в лаборатории клеточных технологий Национального центра. Если мы исправим мутацию и потом получим исправленные клетки поджелудочной железы, то можем трансплантировать и тем самым вылечить диабет. Это новые методы лечения, которые навсегда могут избавить людей от инъекции инсулина. Генетическое редактирование и персонализированная медицина – прорывные направления современной науки. И почти 100 лет опыта в ведущем лечебно-диагностическом центре, где медицинскую помощь ежегодно получают более 50 тысяч человек. Рак щитовидной железы – это самая главная проблема. 30-40% у нас населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. Но мы научились это лечить. 98% выздоровление полное. Выздоровление 95-98%? 95-98%. Выздоровление. Вот он, первый в мире центр метаболической ядерной тиранностики, то есть терапии и диагностики одновременно. Его откроют на базе Национального эндокринологического центра. На стыке наук и технологий здесь предсказывают риски заболеваний, обнаруживают патологии на самой ранней стадии и своевременно оказывают помощь. Сегодня весь мир понимает, что не стандарты, не шаблоны, а лечим каждого человека, выбираем индивидуальную и диагностику, и лечение. Эти методы, этот центр несет и очень мощную фундаментальную медицину, где и генетика, и физика, и химия, и математика. Идея создать институт тиранностики чуть больше 3 лет, но за это время, благодаря инновационным подходам, уже удалось спасти тысячи жизней. В планах снижение смертности при онкоэндокринных заболеваниях почти на 70%. И это уже ближайшее будущее. Ольга Армякова, Игорь Белогуров, Станислав Халитов, Дарья Иноземцева и Мария Самсонова. Вести.